четвертый выпуск. Сегодня я расскажу вам про фильм «Титаник». Премьера фильма состоялась 19 декабря 1997 года в США, то есть 23 года назад. Режиссером фильма стал Джеймс Кэмерон. Фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Сборы составили свыше 2 миллиардов долларов. Сегодня я расскажу вам 5 фактов о нем. Поехали! Факт номер один. В 1998 году «Титаник» был номинирован на соискание кинопремии «Оскар» в 14 номинациях, но получил 11 из них, включая лучший фильм 1997 года. Факт номер два. Глория Стюарт была единственной из принимающих участие в съемках, кто жил во времена настоящей катастрофы «Титаника», которая произошла 14 апреля 1912 года. Факт номер три. «Титаник» стал первым фильмом в истории, который был выпущен на видеокассетах в то время, когда его еще показывали в кинотеатрах. Факт номер четыре. Рисунок, изображавший розу, был сделан самим режиссером. Именно его руки мы видим в кадре. Но так как он левша, при монтаже кадры были зеркально перевернуты. Все рисунки в альбоме Джека сделал Кэмерон. Факт номер пять. Монета, которой платит Роза Джеку за рисунок в 1912 году, появилась с портретом Рузвельта только в 1946 году. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал Official Journalist, ставьте лайки, ссылочка на фильм в описании, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. И, конечно же, напишите в комментариях, о каком фильме мне рассказать в следующем видео. Всем пока!